Вот что, знаете, что может даже странно в сегодняшней ситуации прозвучит. Все равно отношения между народами восстановятся. Потребуется много времени, но это восстановится. Совсем приведу вам необычные примеры. Вот на поле боя происходит боестолкновение. Конкретный пример. Вот сейчас, секундочку, конкретный пример. Украинские солдаты попали в окружение. Это конкретный пример из жизни, боевых действий. Наши солдаты им кричат: шансов нет, сдавайтесь. Выходите, будете живы, сдавайтесь. И вдруг оттуда на русском, хорошем русском языке кричат: русские не сдаются. И все погибли. Они до сих пор русскими себя ощущают. В этом смысле то, что происходит, это в известной степени какой-то элемент гражданской войны. И все думают, что на Западе, думают, что вот боевые действия навсегда растащили вот одну часть русского народа, другого. Нет. Воссоединение произойдет. Оно никуда и не делось. Почему украинские власти растаскивают русскую православную церковь? Потому что она объединяет не территорию, а душу. И никому не удастся ее разделить.